Всем привет! Сегодня буду готовить торт медовик. В кастрюле смешать масло, сахар, мед и соль. Отправить на плиту и подогреть на слабом огне до растворения масла. Как только масса станет однородной, выключить и добавить соду. Перемешать. Перелить медовую смесь в миску. В теплой массе добавить по одному яйца и хорошенько перемешать. Постепенно добавляя муку, замесить мягкое, эластичное тесто. У меня ушло 485 грамм муки. Тесто разделить на 12 частей. Выложить на тарелку и накрыть. Тесто раскатать на пергаментной бумаге, при необходимости присыпать мукой. Раскатанное тесто часто наколоть вилкой. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 3-4 минуты. Еще горячим вырезать корж желаемого диаметра. У меня 20 сантиметров. Обрезки не выбрасывать, они нам понадобятся для посыпки торта. Таким образом выпекаем все оставшиеся коржи. Пока коржи остывают, приготовим крем. К сметане добавить сахарную пудру и ванильный сахар. Хорошенько перемешать. Сметану лучше брать густую и не кислую. Перемазать все коржи кремом. Обмазать боковые поверхности и обсыпать крошкой. Отправить в холодильник на ночь. Получается безумно вкусный, нежный и ароматный торт. Желаю вам приятного аппетита и до новых встреч! Всем пока!